接下来会给大家带来一连串的惊喜，一连串的产品示范。Давайте я вам сейчас наглядно продемонстрирую эксперимент, из которого вам станет также все понятно. 首先大家可以看一下它的弹性。Итак, давайте для начала проверим упругость и балансировку данной подушки. 这一点我们再来反过来做另外一个示范。Давайте мы перевернем данную подушку и также посмотрим, как она реагирует с другой стороны. 大家可以看到这是我们的一个鸡蛋。Друзья, посмотрите, пожалуйста, у меня сейчас в руках находится яйцо. 那么鸡蛋在这样的平面上是很难站得住的。Яйцу, конечно же, яйцо сырое, да, не вареное, сырое. Очень легко, чтобы оно могло упасть, да? 接下来我们来看一下，用力去按压这个枕头的另外一边，鸡蛋基本上是不会变化的。Вы можете посмотреть, я сейчас очень сильно надавливаю на подушку, но в этот же момент вторая область подушки, где находится яйцо, оно не реагирует. 它能够充分证明它的承托能力。Это говорит о том, что состояние амортизации и упругости находится на очень высоком уровне. 可以很好地保护我们的颈椎。Это очень большой помощник в защите нашей шеи. 那么当然了，还有更多的惊喜带给大家。给大家说。Еще также это не все, то есть еще большие преимущества. Вы можете посмотреть, да, вот демонстрация упругости и балансировки заключается также вот в таких вот действиях. А, 那么包括这样. Вы можете видеть, как она быстро возвращается в исходное состояние. 接下来带给大家一个奇迹. 奇迹. 神奇的事情让大家看一下. Им хочется посмотреть какой-нибудь более мощный эксперимент, который докажет, что действительно балансировка и состояние именно амортизации подушки намного правдивее. Сейчас я вам докажу. Пойдемте вместе со мной и посмотрим, как именно данная подушка может справиться со следующими ситуациями. 好，我们走到了这个地方，放在凳子上。Итак, давайте установим данную подушку на стул. 大家看一下我有多重呢？Подумайте, сколько я могу весить, по вашему мнению? 我有130多斤。На самом деле мой вес это 65 килограмм. 我们的这个乳胶枕头，它的承托力到底有多大呢？Как мы можем понять, да, может ли подушка выдержать такой большой вес? Я вам сейчас покажу просто удивительный эксперимент. Сейчас я отсюда возьму на выбор, да, любое сырое яйцо. 这个是生鸡蛋，待一会儿我会让大家见证一下。Обратите внимание, что это именно сырое яйцо, да, не вареное. После эксперимента мы вам потом еще докажем, что оно сырое. 好，我把鸡蛋放在这个位置。Итак, данное яйцо я устанавливаю на одну область подушки. 那么放在这里干什么呢？然后我把这个枕头给它折叠一下。Итак, после этого мы сгибаем подушку напополам. 大家看到。Видите, да, что яйцо находится внутри подушки. 好，生鸡蛋在这里，接下来怎么办呢？130多斤的我要坐上去。Итак, что мы сделаем далее? 65 килограммов сейчас моего веса сядут прямо на данное яйцо. 大家觉得鸡蛋会不会烂呢？ Как вы думаете, сломается яйцо или нет? 好，我们来看一下。Ну, давайте мы посмотрим. 哦。А, замечательно. 大家可以看一下效果。Видите, да, что я вот сейчас максимально расслаблен и можете наблюдать данный эффект. 鸡蛋有没有烂呢？ Как думаете, яйцо сломалось? 没有任何问题。Обратите внимание, что здесь нет также никаких проблем. 好，接下来不要转开你的镜头，看一下这个鸡蛋到底是真的还是假的。Давайте сейчас мы вам докажем, яйцо все-таки настоящее или не настоящее было. 好，大家可以看到生鸡蛋。Видите, да, что яйцо на самом деле.